В своем путешествии по Архангельску мы знакомились с историей города, не только изучая город ногами, но и прислушавшись к рекомендациям друзей, совершили двухчасовую экскурсию на борту очень интересного теплохода «Николай Васильевич Гоголь». Этому речному судну уже более 111 лет, но несмотря на свой почтенный возраст, Николай Васильевич регулярно совершает рейсы по Северной Двине, давая возможность жителям и гостям города увидеть сам Архангельск и его окрестности со стороны реки. Теплоход пройдет под большими мостами, и по традиции в этот момент вы загадаете желание, о чем вам обязательно напомнит опытный экскурсовод. Вам расскажут много новых фактов из истории города, о протяженности мостов 1200 метров, о самом узком месте между берегами около 900 метров, глубиной Двины около 20 метров и много другой полезной информации. На теплоходе удалось сохранить аутентичный интерьер. Сохранилось и грибное колесо, действия которого пассажиры могут наблюдать собственными глазами.